Вид от руля давайте сделаем сначала. Как его сделать? Вот, вот ваш руль, ваши руки, реальный руль. Можете немножечко покрутить, ознакомиться, собственно. Не так сильно, потому что мой стол сейчас сложится напополам. Смотри, вот тут у тебя отображено за вебкой. Там у тебя отображено, что у тебя сейчас ручник и не заведен автомобиль. Заводи. Теперь тебе нужно, блядь, снять ручник. Это как? Не надо газовать на холостую. Батя не учил, что ли? А, блядь, точно, извини. Надо ручник снять. Ты управляешь только правой ногой. И тормозом, и газом. Две педали нельзя держать. А я две ставлю. Ставь педаль на то, ногу, блядь, на тормоз. Да, теперь заводи машину. Поехали, одной ногой. Блядь, ну понятно. А как? Я чуть-чуть нашла. Смотри, держи тормоз. Держу тормоз. Другой ногой, блядь. Тормозом работай. Ну что ты его нажала сейчас? Пусть катится. Машина катится. А она сама едет, что ли? На холостых называется. Теперь просто плавно руль поворачивай. Нет, много берет. Вот так вот. Еще доворачивай. Еще. Бля, ебать, он тяжелый, я ебал. Бля, ну наехали. Сбили конус, блядь. Ну конус не человек. Нормально пойдет. Все, три звезды. Прошли, блядь. Завершай задание. Легкая, блядь, я считаю. Разворот. Вот это интересно. Давай, старт. А тут на холостых, что ли? Я хочу прямо, чтобы педаль в газ и поехать. Смотри, значит, твоя задача, блядь, тебе нужно по траектории заехать прямо, затормозить перед вот конусом, который за этой стойкой, развернуться вот сюда и выехать вот здесь. Так, теперь тормоз выжимаем, сука, правой ногой. Ой, Офа, чё, нормально же всё было? Ну-ка дай я, блядь, сейчас показываю, смотри внимательно, что надо сделать, садится профессионал. Итак, поехали. Вот, я даже газ не использую, видишь? Ты на тормозе едешь? Тормоз-то я не жму тормоз. А. Выруливаем сюда, ага. Тормозим. Выкручиваем руль назад. Вот, видишь, до конца. Угу. Все, вот, до конца. Смотрим в зеркало заднего вида и боковое левое. Переключаем на R. Двигаемся задним ходом. Не могу, сука, без камеры. Все, я считаю, нормально. Двигаемся вперед. Все. А что у тебя две звезды, а не три? Потому что надо было до конца это сделать. Перекресток, блять, вот. Зачем нужен ближний свет, если и так солнце светит? Мигает, видишь, блядь, надо ебло затормозить вот так вот. Стоим, ждем. Куда нам ехать? Да хуй его знает. Прямо, что ли, блядь? Ну там стоп. Вы где-нибудь видели вообще такие вот, блядь, площадки ебаные со светофорами реально? Проезжаешь. Все. Да. Сложно, блядь, сама попробуешь? Давай. Две звезды. Две звезды, потому что не притопил мальца. Давай, let's go. Останавливаемся. Нормально? Угу. И жмем зеленый? Не, можешь сейчас ебать. Едем. А можно тут втопить? Или... О! Тоже две звезды, нормально. Давай, завершаем, дальше идем. Парковка, повороты. Вот повороты, да, это ебись. Совершите левый и правый поворот под прямым углом. Давай, поехали. О, давай, у тебя с рулением беда как раз. Давай, погнали нам. Включаем ближний. Я включила ближний свет? Машину завести, чтобы свет включить надо. Чё мне? А чё мне? А, снимите машину, составить еще турму. Это как? О! Чем не едет? Ты, блядь, читать умеешь? Да, снимите машину со стояночного тормоза. Что такое стояночный тормоз? Ручник. Я... Вот сюда нажимаешь. Давай, аккуратненько там. Блядь, опять двумя ногами на педалях. Ну, почти. Давай, давай, езжай, езжай. Нормально получается, пойдет. Нормально, нормально, ебать. О, блядь. Ну тут гидроусилителя нет, понимаешь? Я поставил тяжелый. Нормально, ну, пойдет. Одна тоже. Одна звезда, заебись, да. Так, давай, короче, в горку поехали. О, это интересно. Давай, да. Ой, блядь, куда мы едем? Да это вообще прикол какой-то. Отпусти его. Он перевернут. Куда мы едем и поворачивает в ту сторону, куда едет. Это вообще пиздец. Ёбаный в рот, нахуй. Ну так нам надо в ту сторону, я поворачиваю. Ну я тебе направо надо было ехать, и ты туда еще больше поворачиваешь. У меня руль направо, это руль такой, просто неудобно, так. Ну чё? Мы едем. О, а тебе там стоп написано. Ставьте машину настоящий тормоз, то так? Да, продолжить движение теперь надо, не откатываясь. Это на откат. А, ну вперед педаль? Да, и ручник сними, и надо вперед подгазовывать чуть-чуть. С пробуксом нормально. Тут еще надо остановиться будет.
Ставьте машину, настоящий тормоз. А ты рулить будешь вообще? А я что делаю? Ты, блядь, вообще не рулишь. Куда здесь прямо ехать, куда рулить-то? Блядь, да ты сейчас вот конус справа чуть не сбила. Не сбила? Снимай, поехали. Далеко не легко, блядь, блядь, давай. Езды. Давай, легко, погнали в город, блядь. Я считаю, нормально, уже можно в город бануть. Давай, главное меню. Блин, так страшно. Там тихо, аккуратно, аккуратно, там автомобильчик. Одной ногой, говорю, сука. Ёб твою мать, блядь. Опой. Ой, ой, ой. Давай газку чуть-чуть. Ты на нейтралке хуешь, алло, что мать. Это значит? А, ой. Что ты тормозишь, блядь? Какой же пиздец. Даш, не лети так, аккуратней, аккуратней. Нормально, все, вов. Да, блядь, держи руль, ебаный, вот, в твоей полосе. Делаю? Ты, блядь, вот так вот ездишь, что за пиздец? Вов. Вот, смотри, полосы твои, вот так вот и едь. А я думала, это вся моя, типа, и там. Ну чё, мы... Куда он, Андон, едет, а я чуть не сбил? Ах, ты ж... Он что сделал? Он включил хоть это нарушитель, его в тюрьму посадить надо. Шашки, Вов! Ты можешь нормально ехать, блядь? Это ша... У меня шашки. Ну ты посмотри! Ты рулить научись сначала, шашки, блядь. Вов, я вообще круто рулю! Сука! Это моя линия, Вов! Почему он едет на мою линию? Почему я должна пропускать? Ой. Все, двигайся прямо. Задача, блядь, доехать, не коцнувшись ни разу. Все, вот тебе задача, блядь. Сама себе придумай задачу и все. Я ори, блядь, ебаный в рот, а. Тут специально, блядь, ситуация экстренная сделана. Я же тебе поэтому и говорю, блядь. Тут люди долбоебы, как и в жизни. Да, NPC-боты нельзя было прописать, чтобы они мне не мешали ехать. Что ты делаешь, блядь, рули просто. Зачем ты тормозишь? Ну, чтобы не врезаться, если он тормозил. Там вот такое расстояние гигантское. Куда ты, блядь, не врезаться? Рули просто. В твоей полосе едь. Ну, опа, я... лишение прав, блядь, только что подъехал, нахуй. Блядь, пиздец, все, нахуй. Сын собаки. Но это сын собаки, правда, так не делается. По своей полосе, ровно, ровно. Да, блядь, он заебал реально уже. Выезжай отсюда. Выруль, руль, ровно сделай, руль, ровно. Вот, да, блять, это не ровно, руль, ровно сделай. Ну, да, руль. Ровно. Руль, ровно сделай, это перевернутый руль, блять. Все, поехали. На заправку заезжаем, аккуратненько. Налево теперь надо, на колонку заезжать бензиновую. Да, блять, что ты делаешь, нахуй? Бля, какой пиздец. Блять, чтобы вы знали, двумя ногами все делает вообще, блять. По-моему, даже руль крутит. Нормально едешь, смотри, там ДЦП спереди, аккуратно. Блять. Косоглазие наше все, блять. Обгон совершается с левой стороны. Во, молодец, вырулила, долбоеба. Притормаживай, блядь, сейчас въебемся. Нахуй. Не въебемся, мы еще под контролем. Даш, надо в город, блять. Вези меня в город, давай, уже заебешь. Ух, ты за такси не платишь. Какая разница, блять, такому таксисту платить, блять. Тебе в радость должно быть, что тебя вообще за руль посадили. Я рада. Хорошо. Опа, блять, тормозной путь не учтен, блять. Второй. Нормально, блядь. Нормально все. Неужели вы не понимаете? Она таксует для души, а так у нее свой бизнес. Да куда автобус-то? Аварийную ситуацию этот автобус создал сейчас. Ну вырулила, молодец. Только не лететь бы еще, чувствовать скорость, блядь. Вот направо поворот, сейчас проебем, ну. Где? Все. Не, нормально. Все, вставай. Сейчас я покажу, как надо. Все, выезжаем, блядь. Понимаешь, да? Вот, одной ногой я это все делаю. Вот сидишь, чилишь, блядь, и ровно держишь полосу. Ровно, ровно. И вот так вот летишь себе, понимаешь, по делам всяким. Разгазовочкой потихонечку, блядь, хуяришь. Ой, Вов, что-то на встречную. Ничего страшного, блядь. Когда такая машина, не страшно, в принципе. Вот на таких крутых поворотах надо сбавлять, понимаешь? Нормально, ребят, вот так едешь себе спокойненько, чилишь. Блять, занесло, все, погибла семья. ДТП, Вов, мы с тобой умерли сейчас. О, только можно руки перекладывать, когда руль поворачиваешь. Да? Ты понимаешь, вот просто попробуй покрути, вот ты вот, нет, ну ты вот как крутишь, блять, вот встань просто, давай, тебе нужно повернуть два раза, да, ну давай, как ты сделаешь это, блять? Ты что, ебанутая? Да я поняла. Вот когда вот у тебя уже заходят, вот так перекладываешь через я раз. Я поняла. Одна рука всегда на руле.
Шайтан-коробка, бля, я ебал. Да Вов, небольшой ДТП, ничего страшного. Бля, нам бы в город как-то вернуться, блядь. Внесли данную гражданку в черный список ГИБДДРР. Благодарим вас. Где-то слева автодром должен быть. А, вот он, нормально, все, поехали к нему. Даш, ну так как мы приехали на автодром, твоя задача поставить машину вот туда. Прям? Задом. Да без проблем. Что ты делаешь, блядь? Я пытаюсь. У тебя новая машина, блядь. Сейчас ее разъебешь. Оф, да ну дай, я сейчас развернусь и встану. Вот она сама хочет. Давай, подъедем чуть-чуть поближе. И тормози. Вот из такого положения нужно задом заехать на правый карман. Вот видишь машины, тебе нужно за машину заехать. Что теперь надо сделать? Чтобы машина повернула туда, куда нам надо. Направо, да? Тут еще проблема в том, что она путает, где лево, где право, блядь. Направо, значит, нужно крутить руль направо. Да. Больше крутить надо его. Я считаю, засчитано, блядь. Пускай кривовато, но засчитано. Как гайка пахнет. Ну, приятно как-то. Есть вопрос. Да ё-моё, штин-код, ну я... Ты можешь, блядь, руль крутить, нахуй, доворачивать его, блядь. Можешь вот доворачивать, блядь, руль, нахуй, доворачивать, блядь. Он крутится на 300, сука, сколько он, на 720 градусов он крутится. Ну всё, встань, блядь. Всё, давай, Вов, я сейчас проеду жестко. Не проезжаешь, я сажусь. Пока нет, в тюрьму. Ебать, юморная, пиздец. Давай, заезжай, нахуй. Всё, блядь, проебало уже. Не проебало, смотри, как я круто. Вов, вообще очень круто получается. Нормально, мы едем прям по линии. Вон, смотри, мы прям по колёсикам вот так, оп-оп. Вов, смотри, Вова, ну смотри, я идеально, даже ничего не сбила. Сбила три конуса, блядь. Нормально все. Вот, видите, он сам поворачивает. То есть, допустим, условно, выезд, город Змейка. Ты поворачиваешь налево. Вот, смотри, это тебе, кстати. Добавляешь газку, и руль сам возвращается, по идее, видишь? Ну, не до конца, конечно. Нормально, вернулся руль. Но вообще, типа, в идеальной машине он возвращается моментально. Значит, задача заехать вон в тот пит-стоп задом. Вова, а почему зеркала нету? Короче... Я не понимаю. Короче, надо... Ну, чтобы ехать назад, нужно, ну, газ. Ты жмешь на газ? Я жму. Но я не пойму, как переключать. Что переключать? Помоги, объясни. Что, блядь, наверное, машина не заведена. Нет. А, кстати, да. Так ты мне даже не сказал. Надо было... Я думала, она заведена. Я не буду участвовать. Помоги! Да всё, сейчас разберёмся. Ты можешь мне показать кнопки, и я всё... Короче, вот те кнопки, которые тебе нужны. Тут это... Алин, смотри, вот это заеси машину. Вот так подержать. Она заведётся, потому что у нас такая схема. Потом нужно включить вот этот свет ближний. Она не, никто не выключил. Чё она как будто в пол вдавлена. Мне кажется, она с педали надо полагала. По-моему, там педаль вдавлена. Да, там педаль, да. О, у нас педаль вдавлена. Нет, ты машину заведи. Ты сейчас вот так вот, блядь, как будто это что-то я сделала, да. Я пришла, тут уже так было. Да ты что, мы ездили, да. А ты пришла, мы теперь перестали покажи, ездить. Теперь как переключать перед эти, вперёд-назад. Лепестки. Да, Вов, у нас машина сломана. Заглушите двигатель. Нет, заглушим двигатель. Так она уже все капут. Прожми. Я сюда хуй сколько ехал, блядь. Я просто пришла и уже все так было. Да, да. Вов, это ты плохо доехал. Вот, кстати, зеркала были. Производите техническое обслуживание. Спасибо. Только главное не зацепи ничего. Давай! Ну, почти. Ну, нормально. Только чуть-чуть там врезала сзади, мне кажется. Ой. Вов! Не глухой. Чё она у нас не едет? Я кажется... хуй знает. А, поехала. Вов, вообще идеально! Вов! Вов! Ну да, вижу. А может проедешь пару километров? А! Он не проедет, походу. Я слишком хороша для этой игры, но... Почему? Вот, все нормально. Алин, да вот ты села, у меня все вылетает. У нас тоже вылетало, Вов. Не... Ты плохая аура у тебя на технику. У меня бабушка такая. Ей что не подаришь, у нее все ломается. Я думаю, у вас такие же есть родственники. Где твои очки, Вов?
Дай мне очки. Мои очки-то мои очки. Дай мне мои очки. Это мои очки. Да в смысле? Не ругайте её. Дочь, мы не ругаемся, не беспокойся. Даш, когда трогаемся с места, включаем левый поворотник, обязательно. Ага. Как вырубить? А что тут за машины вообще конченые? У меня тоже такое. Что это такое? Я не понимаю. Да что это такое? Чел на Жигули просто себя почувствовал. Это вообще жесть. Да ну блин, ну что? Да... Это вообще пошло. Да? А у меня такого не было. Такого в жизни не бывает. У меня было так сильно. Опять. Я удивлен вообще. Алина так превышает, едет. Да, Алина. Когда я чуть, знаете, положено 80-81 еду, не гони. Ну так это же игра. Вов, не говори такое слово. Оно очень странное. Че? Как там сейчас, блядь? Для того, чтобы съебаться, надо руль влево жмать. Я в курсе. Я в курсе, а что не делаешь? Вов, тебе смешно? Я не понимаю. Мастодонт вождения. Это, блядь, вообще адекватная реакция сейчас. Алина, это игра, не беспокойся, ничего страшного. Я не знаю, мне кажется, ты просто сейчас подъебываешь на пустом месте. Да, это стрим. Да. Здесь люди веселятся. Здесь люди веселятся. Тебе смешно, да хуя? Это что такое? Я чел только что просто со встречки выехал. Чтобы на следующий стрим подрубил Алинке BMG. Да не, ребят, она злая какая-то сейчас. В смысле? Я тут сижу, смеюсь, а злая. Нельзя компьютеру подпускать, агрессия начинается. А с какой стороны у меня баг? Да не важно, где баг, Алин, тут нет таких мелочей. А как тут челы оставить? Подожди, у гелика же есть? И что дальше? А, в натуре есть, я напиздел, получается. С левой стороны? Да я откуда знаю, я... Там нарисовано на приборке, по идее, должно быть. Ну, заправились, все. С ПРП, всё? ПРП, да, все, выходи. Нет. Нет, а да, все, выходи. Нет. Не ломай мне столик. Давай, пока. И наушники отдай. Да почему? Я только раскаталась нормально. Верни Алину, видишь? Верни Алину. Если бы ты добрая была, я тебя верну. Я была, это ты первый начал. Ты сказал, что я что-то сломала, хотя я пришла, и уже все было сломано. Началось. Ты хотел сказать? Я ничего не говорил. Да? Помогите. Меня держат в заложниках уже 2 года. Ребят, ну это все хуйня. Как девочки ездят, меня полностью не устраивает. Поехали, как мужчина настоящий. Ребят, настоящий король за рулем сейчас. Опа, блядь! Все понятно. Ой, мент! Охуй, Вов! Бах! Вов! Ох, не доехали! У меня VR есть. Не хочешь потом на VR залететь? О, хочу, я никогда не пробовала. Можно, кстати, будет, знаешь, что сделать? Я свой второй смогу, наверное, приконнектить. Можно будет вдвоем даже бегать. О, нифига. И только осталось понять, в какие игры мы будем играть, блядь. Есть симулятор порно. Блядь, такой на Твиче точно мы играть не будем, блядь. Ну, вообще есть. У меня есть стриптизерши. Все, пока, пацаны. Не забудьте фолнуться обязательно.